Ребята, я сошла с ума тут все настраивать. Это просто какие-то миллиметры, чтобы все было видно, чтобы вот ничего не убегало. У нас сегодня супер мощный мукбанг. Я скупила, наверное, все пирожные, которые есть около моего дома, и мы сейчас их будем пробовать. Пишите, ставьте лайки, как вам. Вы просили пирожные, поэтому по заказу телезрителей. Так, я делаю фокус на себя. Конечно же, мне очень хочется показывать пирожные, но, блин, невозможно, да, все показать. У меня, к сожалению, камера не фокусируется, знаете, чтобы все показывать одновременно, и вот это и то. Если вдруг вы знаете, как настроить на камеру, чтобы все работало, пишите, я вообще буду рада. О, ну что, приступаем. Я уже вся горю, хочу попробовать. С чего начнем? Давайте я вот этот хочу сейчас вот этот вот карамельный попробовать его. Сейчас я вот так вот аккуратненько возьму и вам его покажу. Смотрите, это, по-моему, яблочный карамельный пирог. Слушайте, вкусно. Очень. Сейчас закрою комнату от собаки. Так, все, шебурши тут в одиночестве, ладно? Хочешь шебурши? Так, ребята, это очень вкусно. Все те, кто писал мне про пирожные, девочки, спасибо вам большое. Вы на меня надавили в этом плане. Очень вкусно. Вы знаете, такой нежный карамель, вкусная, мягкая. Я думаю, вы видите, как он легко кусается. О чем хотела поговорить? Мне огромная кружка чая. Заваривайте чаек и давайте вместе. Как вы знаете, по моим предыдущим видео и вообще посмотрев на меня, можно додуматься, что я сладкоежка. Я думаю, что как и вы, если смотрите это видео. Посмотрите, это чизкейк, с клубникой. Вообще, я хотела поговорить про то, что как я люблю сладкое и что это типа вредно, но ребят, это очень вкусно. С учетом того, что я ела, я обедала и очень. Короче, сладкое. Ребят, сладкая эта тема. Хочу ничего говорить. Это самый вкусный мукбанг, который был на этом канале. Я сегодня ходила в спортзал, бегала и прыгала для того, чтобы снять вот это вот все. Ребят, доедаю до конца. Это же очень вкусно. Знаете, такой... Ну, чизкейк. Чизкейк с клубникой. Может, тарталеточку куда сразу? Давайте. Тарталетка. Чудесная тарталетка с малиной.
Здесь, честно, даже не хочется ничего говорить. Сейчас я открою свою собаку. Я заказывала все это в нескольких местах. Точнее, некоторые пирожные я покупала в кофейнях. А некоторые заказывала в Яндексе. Ой. Чарли, отстань. Представляете, лезет. Хочет тоже. Это брауни. Слушайте, очень нежно. По поводу... Ребят, чтобы избавиться от сладкого, просто нужно наладить режим питания и не перекусывать сладким. Вот и все секреты. Посмотрите, это у нас карамельно-яблочное что-то. Еще вот один карамельно-яблочный. Ну, яблоки, видите, сейчас в сезоне. Давайте вот эту штучку открутим. Посмотрим, что это. Съедобное? Да, типа печеньки. Вкусно. Кстати, большое спасибо вам за лайки под предыдущим видео. Мне очень приятно. Вообще, если вы не смотрели, заходите, там и отвечаю на вопросы. Вообще удивительно. Я не выкладывала какое-то количество времени. 2 недели. Или даже 3. Я выложила, и вы мне давай там лайки, комментарии. Я думаю, скорее надо снимать еще одно видео. Поэтому, ребят, если вам нравится, что я снимаю... Кстати, что это было вкусное пирожное. Ставьте лайк, подписывайтесь. Слушайте, ничаёк. Продолжаем. Вот эту, да, пробуем? Это... Не помню, это какая-то... Боже. Это что-то шоколадное карамельное. Нежный, вкусный такой шоколад молочный. Ребят, ну вкусно. Я же совсем забыла про свою любовь. И это, конечно же, чизкейк. Он нежный, он подтаял. Вкусно. Очень. Ребят, купила еще такое пирожное. Ни разу его не пробовала. Оно, как вы можете видеть, мягкое. Ломаем? Давайте ломать. Это свинство. Ну где мы еще, да, такое разрешим себе? Это бисквит шоколадный с кремом чиз. Мы пробовали вкуснее. Кстати, купила конфетки даже. Шармель. Нет, не шармель. Блин, как же они называются? Камильфо.
вкусно. Пробуем. О, боже, все тает. Это шоколадно-карамельный. Нежно очень. Ну что, давайте что-то одно и закругляемся, потому что я уже наелась. Давайте пончики. Это пончики из Krispy Kreme. Ну, вы знаете, они все-таки чуть полежали уже. И не такие. Давайте этот. О, этот карамель, что ли, внутри? Или нет? Это вкусно. Ну, все равно, знаете, полежали. Этот хотя бы в глазури. Фух. Знаете, такое видео «Быстрее бегом». Во-первых, потому что все очень долго здесь расставляла. Сразу все не получалось поставить. И что-то я прям накинулась, да? Ну, вкусно. Что я могу сделать? Вкусно. Девочки, большое спасибо тем, кто писал про пирожные. Вот эта штука, кстати, очень вкусно. Посмотрите. Прям тема, да? Большое спасибо тем, кто писал про пирожные, потому что я сама, ну, знаете, только сладкого часто, как бы думаешь, может быть, роллы уже это снять. Но пишите, что хотите в следующем, но следующий я хочу азиатский мукбанг сделать. Знаете, там рыбка, рисик, такого плана. Вот. Сладкого, честно, раньше была ужасно сладкоежка. В детстве я прям обожала сладкое. Особенно сникерсы. Сникерсы, естественно, везде были. Но они там появились несколько лет как. Да, в таком открытом доступе. Вот. И, конечно, меня баловали вот этими всякими сникерсами. Короче, я привыкла. Привыкла к сладостям с раннего детства. Вот, потом как-то в подростковом возрасте, ну, там, я постаралась убрать эту такую привычку, да, пагубную. Ну, сейчас, в принципе, у меня бывают такие дни, когда я могу себе позволить сладкое, ну, чтобы я там каждый день что-то ела сладкое, нет, такого нет. Потому что, ну, не так уж мне к нему сильно тянет, как тянуло раньше. Как-то с возрастом моя любовь к сладкому переросла в любовь к суши, ножкам из KFC, ну, вы поняли, да, к чему-нибудь такому. А сладкое как-то оно вот можно полакомиться, типа, раз в месяц. Ребята, вот такое получилось видео. Я наелась, больше не хочу. Реально, я прям накинулась, и все. И все. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро будет новое видео. Ну, как я вам говорила, в азиатском стиле. Все, всем пока!